Yeah! Здорово, старина! Ты находишься на канале This is Party. И опять, снова, Арчибальд прислал посылку. Я просто не понимаю, что, как, за что, почему. Короче говоря, первую посылку он мне еще анонсировал заранее, вторую тоже, а вот третью по-тихому отправил, даже ничего толком не сказал, прям поставил перед фактом, я в шоке. Перстик тоже в шоке, да, рыжий? Видишь, он шок ловит. Так, ну что ж, настало время ее распаковать. Шла она быстро, 6 дней всего. Вот такая вот огромная посылочка, с ума сойти, 5 килограмм. Не знаю, что здесь внутри. Но так как Игорек сказал, что это вдогонку ко второй посылке, в которой были игры, я смею предположить, что здесь будет какая-то литература. Хотя, кто его знает? О, с ума сойти, Игорек. Ну ты вообще сумасшедший человек, да? Я это тебе уже много раз говорил и не устану повторять. Так, ну что ж. Вроде бы все открыл. Будущее покажет, что же там внутри. Ё-моё. Так, пупырочка, целлофан, письмо. Так, это что такое? Это что-то здесь запечатанное. Что-то я не понял, что-то здесь маленькое сначала попало. Сейчас будем смотреть. Главное не порвать. Так, интересно, блин, еще волчья лыка, это диск их группы, ни хрена себе. Так, сейчас. Блин, интересно, что есть такое, и дальше там что там интересно посмотреть. Короче, ладно, все. Буду открывать все по ходу дела. Блин, главное ножиком сам себя не завалить. Ага, это кассета. А что за кассета? Ночные снайперы. Holy shit. Я когда-то слышал про такую группу. Не слушал ее. Ага. Так, ну плюс еще одна кассета. Ну что ж, будем слушать. Как говорится, будем посмотреть. Так. А вот диск их группы Волчья Лыка. Охереть. Вот это подгон, блин. Вот, кстати, здесь Игорёха запечатлен во всей красе. Так, стоп, фокусировка, ты где? Не хочет камера фокусировать этих четких ребят? Беспредел какой-то. Ну, я это потом сфоткаю и поверх экрана уже на стадии монтажа залью. Вот это круто, вот это подгон. Блин, мужики, спасибо, охереть. Так, сколько здесь? 12 песен, нет, даже не 12. Да, 12 треков плюс бонус трек. 11-я песня «Взрывотехник дядя Вова». Ой, блин. Да. Охренительно. Ну, круто, слушай. Вообще, крутецкая вещь. Так, это сюда положу. Письмо. О, так. Ага. Читаю. Ну, это я уже потом за кадром прочту. В общем, это я прочту за кадром. Опа-на! Эш против зловещих мертвецов. И Зена. Эш и Зена против зловещих мертвецов. Сразу не увидел. Эй, я ж видел, ты такой комикс себе взял. Я посмотрел у Арчибальда выпуск. Один из выпусков, где он показал, что он и комиксы приобрел. Вот, там был вот этот комикс, который я тоже сразу же заказал. Увидел, что у нас в Меломане он продавался, заказал, правда, почти месяц ждал, когда он придет, если не полтора даже, но дождался. И вот этот комикс у него тоже был, но такой не нашел, к сожалению, и расстроился, а здесь вот он в моих руках. Охренеть, так, ну это я прямо сейчас, это я открою, это вот зловещие мертвецы, это наше все, это мой самый любимый фильм ужасов. Первый фильм ужасов, который я посмотрел, будучи трехлетним пиздюком. В эту же ночь я успешно ночью обоссался от того, что увидел на видеокассете.
Это был 94-й год. Батя купил видак. Многие сейчас называют VHS, плеер, VHS. Да нихера, раньше назывался видик, видак, видеомагнитофон, мафон. Я мафон назывался кассетник, это был видеомагнитофон. И было две кассеты. «Зловещие мертвецы», первая, вторая часть. И там под конец был немножко отрывок с третьей. Вот. И «Капитан Врунгель», мультик. Вау, здесь такая глянцевая обложка. Круто, блин. Охренительно. Вообще. Блин, ну здесь и рисовка крутая. Вот это... Ни хрена себе, он здесь появился с бензопилой. Вот это кадр. Блин, вот это круто. Не, ну слушай, здесь рисовка гораздо круче, чем вот в этом. Выше против зловещих мертвецов. Здесь она такая более, я бы назвал ее распиздяйской рисовкой какой-то. Тоже прикольная, но такая более своеобразная, более какая-то свободная рисовка. А вот здесь прям вообще офигительно выглядит. Зен. О май гаш. Да, еще забавно. Актриса, которая играла Зену, снималась в сериале «Эш против зловещих мертвецов». Это было, конечно, круто. Блин, охренительно. Блин, вот это подгон. Вот это комикс, я понимаю. Блин, красотища. Так, его сюда положу сейчас. Так, дальше. Чтиво пошло. Так, стоп. Кассета. Я вижу, это Джеймс Бонд. Завтра не умрет никогда, да? Так, сейчас аккуратненько это вскроем, это дело. Блин, всегда боюсь что-то поцарапать, что-то закосячить. Открывая вот эту упаковочку такую. Так, сейчас. Откроем. Надо было ножницы взять. Да, проще было бы ножницы взять. Да, ножницами проще оказалось открыть эту упаковку. И это Джеймс Бонд. Завтра не умрет никогда. Как раз таки вот. В предыдущей посылке была вот эта игра на PS1 шикарная, и тут же вот кассета Hi-Fi Stereo. Holy shit. Ну, кстати, этот фильм оцифровал и залил во ВКонтакт. Кстати, перемотано на начало. Это многое значит. Особенно, когда раньше в прокате кассеты брали, нужно было их перематывать на начало. И бывали такие кассеты, когда они были не перемотаны. Это бесило дико. Вот. Ну круто, слушай. Блин, вот кассет, у меня пополнение кассет давненько не было. Так, дальше. Секретные материалы. Кровавый ветер. Как раз я говорил, что начал пересматривать секретные материалы. Вот книжка. Более 2 лет будоражит умы поклонников фантастики, мистики и триллера неповторимые секретные материалы. Замиранием сердца ожидаемо, удастся ли агентам ФБР Фоксу Малдеру и Дани Скали распутать очередной клубок загадочных событий. Пом-пом-пом. Окей. Ну, книжка небольшая, кстати, здесь всего 200 с чем-то, почти 300 страниц, и шрифт большой, думаю, я быстро смогу прочесть. Зена, королева воинов. Пустой трон Одиссея. Ёлки-палки. Вот это прикол. Вот это все тематические. Блин, реально, вот как в сериале нарисованы они. Блин, вот. Че же у меня этих книжек не было, когда вот этот сериал показывали? Ё-моё. Дальше. Да нахрен, ни хрена себе. Красная жара. И Арни нарисован. Охереть. Даже тут... Видите, как его рисунки из фильмов кадры. Вот это прикол. Вот это, слушай, пополнение, блин, в коллекцию книжек. Блин, охренеть.
Прикол, вообще прикол. Ну, смотри, какая доблестная обложка. Вообще как новенькая. Вот это, блин, круто. Так, дальше сейчас. Рэмбо, Рэмбо, охренеть. Блин, это прям по фильму? Реально? Блин, круто. Не, ну это вообще зачет. Книги по фильмам культовым. Это, знаешь, с этим нужно ознакомиться. Потому что фильм есть фильм. Режиссер все-таки его снимает, как видит сам. А вот если прочесть книжку, то можно немножко по-другому посмотреть на все это действо. Охренеть. Так, далее. Далее. Так, дальше у нас здесь еще три книжки. Так, снова Джеймс Бонд. И здесь вот так вот прям выбитые названия. Нихера себе. World is not enough. Вот все, он, блин, прям конкретно взялся за мое ознакомление с Бондианой. Игры, фильмы, книги. Загнал в угол, бляха-муха. Ну, когда я вернусь к книжкам, когда я снова начну читать, я давненько уже, конечно, их не читал, а я по-любому вернусь, то я даже не знаю, с чего начать. С Индиана Джонса, с Джеймса Бонда, с Рэмбо. Или Красной Жары. Блин, как новенькое. Охренеть состояние. Так, далее. Нихера себе, люди в черном. Так, ну это, видимо, по новому фильму, да, раз здесь новые вот эти персонажи, это по старому. Они защищают Землю от оброса Вселенной. Люди в черном. По знаменитому фильму Эда Соломона. Ну, что-то и секрет. X, как и секретных материалов нарисован. Крестик X. О, блин, шрифт здоровенный, то есть, как бы, блин, она будет быстро читаться, большой шрифт, не так много страниц, но ее можно быстро осилить так-то. Главное начать, люди в черном, вот это прикол. Так, это что, получается, по новому фильму, что ли? Я новую часть так посмотрел немножко, но что-то этот фильм, ну, он мне особо не понравился, как-то он такой из... Не знаю, уступает. Первому, второму. Ну, если его, конечно, почитать, может, по-другому, то восприятие к нему будет, но не знаю. Какого года книга? Тоже свеженькая, новенькая, охренеть. Не, ну то прикол, блин. Книги по фильму у меня такого практически не было. У меня только, разве что, по «Звездным войнам» есть книжка. Ну, по «Кингу» это само собой книги есть. А так вот. Вот. Такая вот посылочка вдогонку к предыдущей игровой. Блин, ну Игорёх завалил меня контентом, я не знаю. Когда я начну читать эти книги, но вот комиксы я точно в первую очередь прочту. Потому что это «Зловещие мертвецы». Это да, это круть. И все остальное здесь офигительно. Ну вот это, блин, вообще. Мне как раз видак подогнали, чтобы я переписал кассеты на компьютер. Семейные, вот можно будет посмотреть и к старому телевизору подключить, и знаешь, как старые добрые времена. Ой, блядь, вообще, ну это прям ностальгичная ностальгия. Как говорится, старинодач, шоколадный шоколад. Вот такая вот тема, старина. Ну что ж, Игорёха, тебе еще раз огромнейшее спасибо. Блин, ты что-то вообще меня тут завалил тремя посылками подряд практически, блин. Остановись. Остановись, я не успеваю тебя посылку собрать, а ты все закидываешь и закидываешь. Ну что ж, вот такая вот очередная посылка от Арчибальда, игрового сомелье из Санкт-Петербурга. Вот так вот, ну даже я не знаю, это игровой сомелье или это, блин, мафиоза, который держит весь Петербург и снабжает его книжками, блин, и остальную Россию и ближайшие страны СНГ, бляха-муха. Ну в общем, такая тема, я в шоке, блин. Сумасшествие какое-то. Ну что ж, Игорёха, тебе еще раз огромнейшее спасибо, блин. Не знаю, за что, как я это все заслужил, но, блин, приятно, очень приятно. Эх, ну что ж, будем читать. Вернемся снова к книжкам. Вот такие дела. Ну что ж, мужики, всем спасибо за внимание. Вы были на канале This is Party. И до скорого. Пока-пока.